Нужно будет потом также быстро ее убрать, потому что совсем скоро уже сюда должны будут выходить футболисты. Понятно? Англия в пятницу, она тоже поражает воображение. Понятно, что не все в Мадрид, не все в Испанию, но тем не менее это новый рекорд. В таблице. Это все-таки много. Но это ведь не имеет никакого значения. Сегодня в финале, конечно, Тоттенхэм. Полностью составом мы назовем вам чуть позже, потому что футболисты уже появляются на поле. Сегодня мы... Муса Сисуко, группа атаки, 7-й Сон Хён Мин, 23-й Кристиан Эриксон. Юрген Клопп, главный тренер гостей. Сегодня номинальные гости — это именно футболисты этой страны. Разбился и погиб вместе со своими двоюродными братьями, выдающийся в прошлом. Кулям. В сегодняшнем матче Мане, передачи, что? Пенальти! На 24-й секунде уже назначен пенальти. Вот и Садио Мане. Дамира с камина, разбегается Салах. Удар и гол! Ликуют десятки тысяч болельщиков Ливерпуля на стадио Метрополитано. И миллионы болельщиков, которые следят за игрой по телевизору. Беспокоясь, как бы не расслабилась она после такого быстрого успеха. Но вот Тоттенхэм в атаке, Хён Мин Сон и пытается заработать Е. Разбегается, подача в центр. Нет, пробить не дают. Дальше подбор. Понятно, здесь испанская Боруссия, что Ливерпуль. Мухаммед Салах с мячом в штрафной площади пытался вернуть его партнера Садио Мане. Открыть сейчас получилось на чужой половине поля. Давление Дели Алли оказывает на Трента Александра Арнольда. Несколько передач назад, и вот Ливерпуль уже расставился. Минсон как пропустил мяч, действительно там... Минсон, он в штрафной площади проходит двоих соперников, но дальше на пути Жоэль Матип. Сисоко, удар поворота. И даже уйдя от двоих, Сон Хён Мин уже встретился с Матипом. Мане в штрафной, но опережает его Кирин. Подача, Юрис добрался до мяча, кто за подбор поборется? Не успел тебя Жоэля Матипа, тут как тут еще и Сон Хён Мин, и подкат Матипа, в общем-то, агрессивно проведенный. Казалось даже, что первая желтая карточка. Одно касание, и здесь все контролирует Александр Арнольд. А вот, правда, передача получилась не очень удобная. Алисон так тянул. И вот теперь пас. Не долетит мяч до Сон Хён Мина. Трент Александр Арнольд головой выбивает его. Покрикивая на своих игроков, разводя руки в стороны, пытается их заставить более интенсивно перемещать мяч на чужой. Сейчас Фабини. Хендерсон направо. Трент Александр Арнольд. Удар поворота. Ну, пожалуй, в жизни это выглядело не так опасно, как по телекартинке. Илью Рис кажется, что угол контроля. Пропускается мяч на Кристиана Эриксона. И тот катит дальше в направлении Сон Хён Мина. Тоттенхэмпа. Смещается в центре египтянин. Фермино. Салах. Салах. Удар поворотом. Рикошет. Еще один угловой. Пуля. Пошли в площадь ворот. Подача. Опять Юрис добирается. Не могут ему футболисты Ливерпуля. И Матип делает пас вперед. Садио Мане борется за мяч с Тоби Алдервейрельдом. Причем, в общем-то, у Мане был шанс. Манчестер Сити. Действительно, сезон потрясающий, но не хватило. Салах! А не поторопился ли? Все нападающие Ливерпулю штрафной. Но будет ли передача верхом? Будет, решает Робертсон. И если бы не... Эриксон, левый фланг свободен. Но Эриксон вперед отдает передачу. Это Хён Мин Сон, он один в один. Он приближается к штрафной и не может. Остался Дани Роуз. А вот действительно другой вариант. Розыгрыш и прострел в штрафную не очень высокий. Робертсон здесь мяч не сумел поднять. Юрис теперь решил сыграть максимально просто, забросить мяч вперед. Показательно, что Харри Кейн это даже не упомянул. На поле спустился к своим партнерам, и они кричали ему, что ты, именно ты должен выиграть для нас это. Прессинг Ливерпуля, согласись, да, она распрямляется до чужой штрафной, и вроде бы даже какие-то зоны... Мяча не рассыпался, не растерялся, не стал похож на боксера, который получил удар в голову, на ноги поднялся. Не сразу находит вариант, только в борьбу, и Харри Кейна сразу же атакуют. И Мане против Кирана Трипье. Мане может попытаться обыграть его, Мане, прострел и снова угловой. Играет. Вот мяч перехвачен. Ливерпуль может бежать вперед. Салах передачу на Фермина отдавал. Которые были в стартовом составе. Сисоко приближается к штрафной. Передачу хорошую придумал. Увидел там подключение, но пас не... Пье, пошла подача. Мяч отбит. Но недалеко с этого мимо Дани Роуза. Подача в штрафную площадь. Мяч покинул пределы поля. Ах, находит передача Роберто Фермино. Тот возвращает мяч египтянину. Салах. Ну, все-таки нужна поддержка. Андрей Робертсон уже метров 30 прошел и пробил поворотом. Гольери справился. Мы видели удар Александра Арнольда, да, который подключился по правому флангу в створ. Мухаммеду Салаху. Салах играет в пятку на Мане. И тут Муса Сисоко. Вот и Почеттино. Еще дальше направо Александр Арнольд. Подача, рикошета только в главу.
смотрелось перспективнее. Станет 2-0 в пользу Ливерпуля, это будет уже серьезное преимущество. Не решающее ни в коем случае, это Лига чемпионов. Здорово, здорово переводит мяч направо, и свободное пространство перед Александром Арнольдом. Он играет моментально в центр. И, наверное, можно обозначить эту атаку, хотя Фабиньо бежит назад. Тем не менее, передача в штрафную, но нет, не туда. Алисон спокойно. Пионов подходит к концу. 45-я минута, Тоттенхэм-Ливерпуль 0-1. Где поддержка? Она есть, но Мане пока ею не пользуется. И в результате назад на Энди Робертсон. Передача Матип. Ван Дайк. Алисон Кенмин штрафной. Он может реагировать на передачу Харри Уинкса. Подбор за Роузом. Скользнулся. Один, естественно, потому что бил и левый, и правый. А вот Матип забрасывает мяч в направлении Садио Мане. Уже не перш на Дели Али. Эриксон. Вот здесь можно и пробить. Наносит удар по мячу Эриксона. Тот вновь летит на трибуну. Как-то не парадоксально прозвучит, возможно. Это, например, в английской премьер-лиге, когда встречаются Ливерпуль и Тоттенхэм. Все, кроме одного. Сегодня они играют. Не играли детьми в 7, 8, 9 лет, но этого-то как раз не получалось перед перерывом. Харри Кейн центр. Ну, чуть-чуть. Качественный номер Ливерпуля. Уже не первое единоборство выигрывает он у десятки головой. Здесь Фертонген. Быстро был вынужден принимать решение. Ушел мяч. Не смог его Дели Али в поле сохранить. Кейн заброс мяча в штрафную. Ну что, будет поднимать флажок арбитра? Нет, и удар нанесен. Вот только теперь. Партнер получает мяч. Это Харри Уинкс. И буквально врезается он в Эндрю Робертсона. Робертсон все-таки не самые высокие футболисты. Фабиньо может пробить. Рикошет. И здесь угловому не будет. И вот на правый фланг Мохаммед Салах. Здесь мячом он один в один. Он уже в штрафной. Мохаммед Салах бьет. И попадает с передачи. Только сюда можно сделать. Подача. Опускается мяч на Дели Али. Но не пробить не получает. В Кубке Германии с Баварией. Ну, или там, других эпизодах тоже. В общем, различными способами действительно клуб в финалы проигрывает. Александр Арнольд. Передача вперед. Салах. Против него Ян Фертонген. Салах не смог. Ливерпуль, потому что Ливерпуль тоже уже достаточно давно моментов не создавал, не бил поворота. Может быть, теперь получится. Нет, перелетает мяч. Анги смотрит, кто в штрафной. Роуз. Ложный замах. Но здесь действительно атака продолжается, потому что мяч у Тоттенхэма. И передача, правда, вот эта передача уже была не очень. В штрафной площади. Подача. Алисон уверенно действует и убивает мяч точно на ногу Дани Роуза. Теперь Дели Али. Штрафной момент. Бьет Али. Как спокоен здесь был защитник. В дриблинге на скорости Сон дотащил мяч до штрафной площади. Есть рядом Кирен Трипье, но Сон все хочет сделать сам. Был травмирован, да, он пропустил какое-то время. Он, наверное, не в идеальной форме находится. Понятно, что Ориги игрок совсем. Тип. Вот головой он пока играет практически безупречно. Снова и снова опережая соперника концертом. Конечно же, надеялись на то, что продолжение банкета последует после того, что мы увидели в полуфиналах. Но это очень заметен по ходу конкретно вот этой атаки от Тоттенхэма. Кристиан Эриксен сейчас взаимодействует с Дели Али. Дальше не будет. Хендерсон. Двое против него. Еще один аут. Хендерсон кажется человеком для финалов. Он не позволит расслабиться себе. И в этом плане очень здорово будет влиять. И снова Ориги. Как себя прокидывает на ход. Пожалуй, переоценил слегка свои возможности сейчас центральный нападающий Ливерпуля. Да? И атаку Дели Али вперед на ход. Но здесь Ван Дайк закрывает двери перед Хёнминс. И дальше опять передача обостряющая не прошла. Но Эриксон на подборе и пробил правый. Ван Дайк на месте. На вратаря не побежал. Но так заревела трибуна за спиной у гольериста, что ему, конечно, захотелось побыстрее. Уже на фланге Мохаммед Салах. Арнольд решил сразу по штрафную делать. Благодарит его Джордан Хендерсон. Ну а Тоби выбивает мяч на углов. Александр Арнольд вперед. Не отреагировал на эту передачу Дивоку Риги. Мане пошел вперед. Джеймс Милнер. Удар с левой ноги. Рядом со штангой пролетает мяч. И не угловой, а удар от ворот показывает Дамир Скамина. То есть еще и никто. Только один из них Дани Роуз. Он на фланге. Прострел. А здесь что было? Подскажет ли, что парень немного отставал. Но вот теперь он добежал до штрафной. Передача Салаха. Здесь Мане опережает Сисоко. Ну, далековато. Но в атаке Дели Али. Удар. Нет, не перелетает мяч через Алисона. Али Алисон. Дальше по бровке. Здесь должны подстраховать. И подстраховывают. Минсон здесь в меньшинстве. Тоттенхэм, но Сон может убежать. Он пытается разогнаться. Он входит в штрафную. Ван Дайк. Правой. На правый фланг. Заброс. Штрафную не дали пробить. Но опять подбор за Тоттенхэмом. Зажали. Сейчас Ливерпуль штрафной. Алисон. Шел только на разминку. А здесь потеря. Фабиньо подхватывает мяч, играет сразу по центру. В общем-то, здорово. Ворону, подача в штрафную. Дели Али, удар. Над перекладиной.
Но обратим внимание, раз за разом именно Дели Алли округ. И Ориги в дальний угол. 0-2! 87-я минута. Диок Ориги, который мало играл за Ливерпуль в этом сезоне, который, казалось, был уже списанным футболистом, ненужным Ливерпулю. Направо. Мохаммед Салах, мяч под левой ногой, по штрафную играет головой Тоби, подбор, зад. И оказывается, кто достанет его? Сон Кёнмин, удар по воротам! Первое попадание. Это еще не все. Ливерпулю нужна какая-то контр-игра, конечно, в такой ситуации загнали...